и с просьбой или обращением к Михаилу Кокляеву. Миша, я знаю, ты народный спортсмен, народный герой. Я думаю, что ты не откажешься принять от меня батл. День добрый. Хочу записать это видео. Увидел из одного из своих подписчиков, и сам я на него подписан, на его канал, у Михаила Воронова, как они вдвоем с товарищем открывают голыми руками, без всяких либо там приспособлений, там ножа, голыми руками открывают банку. И меня заинтересовало так видео, я даже на работе, когда работал, попробовал открыть банку. Легко это у меня получилось. И я хочу сделать это видео, показать, как можно открыть. И с просьбой или обращением к Михаилу Кокляеву. Миша, я знаю, ты народный спортсмен, народный герой. Я думаю, что ты не откажешься принять от меня батл. И сделать ответное видео, что ты тоже открываешь эту банку любую, железную, голыми руками. Причем я знаю, ты любишь всякого вида зарубы. Тем более, принять эту, Миша, принять эту эстафету и передать другим спортсменам. Помните, как-то год или два назад было видео, где все там передавали эстафету, обливаясь водой, там звезды, там спортсмены, это, ну это как бы ни о чем, облиться водой любой человек может. Ну а вы попробуйте открыть банку голыми руками. Так, ну вот, банка, я показываю, что она цельная. И хочу засечь время. Вот телефон. Так. Часы, где у нас часы? Часы. Часы, часы, часы. Где у нас часы? А где у нас часы? А, вот часы, нашел. Ставим секундомер. Ну что, начнем. Михаил Кокляев, это обращение к тебе, Миша. Я думаю, что ты сделаешь ответку на мое видео. И это обращение от спортивного деда. Мы с тобой встречались. Ну что, начнем? Пошел старт. Сдавливаем банку с двух сторон. С одной стороны сначала сдавили, потом с другой. И начинаем прогибать. На одну сторону, потом на другую. Я возьму, с вашего позволения, тряпочку, чтобы руки давят острые грани. Но это голыми руками же. Да, прошлая банка была полегче, однозначно. Сучка. Сука.
Ну, тяжко. Тяжко, конечно. Да, Миша, попробуешь. Я думаю, ты справишься, причем ты человек такой, любишь зарубу всякого вида. Так что давайте, друзья, пробуем, кто хочет попробовать, пробуйте. Скидывайте, у меня ссылка будет внизу в описании ролика, на мои контакты там, получается, ВКонтакте. Скидывайте туда видео ваши, как вы открываете и за какое время. Да. В прошлый раз банка была, мне кажется, полегче. Вот, смотрите, в что она превращается. Не тяжела эта работа. Тащить с болота бегемота. Что-то на работе у меня получалось намного быстрее, эффективнее. А ничего, мы ее откроем. Вот, смотрите, вот сгибаете в одну сторону, в другую, и потом в одну сдавливаете, потом в другую. И таким образом расшатываете. Тяжко. Миша, я знаю, что ты занятой человек, но ты же наш народный спортсмен, причем тебя все смотрят, от людей, не занимающихся спортом, все знают, все смотрят, поэтому... Сделай обзорчик спортивному деду. Ответочку. Да, ребятки. Нет, еще. О, слышим щелчки. Это значит, где-то щелкает, начинает баночка деформируется. Щелкает. Поэтому, ребятки, вот рядом осталось. Делаем только банку с кашей, потому что если банку возьмете с тушенкой или еще с чем-то, она потом лопается и начинает бежать вода. О! Слышите? Щелчки пошли. Значит, мы на правильном пути. О, уже где-то замазался. О! Пошла мазута!
Надо было бумажку сорвать. Ну что, ребятки, Мишаня, подходит к концу мое заделье. Так. Вот если вы, ребята, окажетесь на необитаемом острове, вокруг ничего нету, только пустыня, ни камней, ничего, вода или пустыня. И тогда вы, глядя на мое видео, скажете: вот, спортивный дед помог нам как... Как открыть банку? Вот так вот, вот. Вот так вот. Вот, ребятки, ну чё? Осталось совсем чуть-чуть уже. Во! Ну вот. Вот такая ерунда. Блять, тут насыпал, конечно. Ну ладно, сейчас уберу. Так. Ну что? Время моё. 8:20. Вот, две банки. Две баночки. Ну что, друзья, подписываемся на мой канал «Спортивный дед». Подписываемся на канал Михаила Кокляева. Причем один из моих самых любимых каналов, Миша. И жду ответочку от тебя. Передаю всем привет спортсменам, не спортсменам. Занимайтесь, друзья, любым видом спорта. Все, с вами был спортивный дед. Всем пока!